Всем привет, меня зовут Джилах Анатолий Быков, и это видео является доказательством о том, что моя клавиатура JKL Max Effect работает. Так как один человек написал мне комментарий, что возможно это макет, я хочу доказать всем, что это не макет, и чтобы люди знали, и те, кто сомневается и не верит, увидели это доказательство о том, что моя игровая клавиатура JKL Max Effect работает, и это не макет никакой. Итак, смотрим. Вот провод идет от клавиатуры. Вот он, провод. Вот он. И вот она подключена к ноутбуку. Вот. Теперь я сейчас и вот так вот ноги поставлю, чтобы клавиатуру не на ноутбук ложить, а то зажму кнопки лишние. Вот так вот положу на ноги и буду записывать с монитора. Открою документ. Вот, открою документ. И буду нажимать кнопки, и вы увидите, что одновременно кнопки буду нажимать, и они будут цифры появляться на мониторе. И вы поймете, что клавиатура работает. Вот, поехали. Вот так, подальше отведу просто камеру. Вот так. Вот, смотрите, нажимаю разные кнопки. Все работает, все работает. Нажимаю Enter, следующая строчка. Все работает, другие кнопки. Все кнопки работают. По порядку пойду. Следующую строчку давай. Вот, думаю, этого достаточно. То же самое здесь. Стрелочки вперед, стрелочки назад работают. Это FN, подсветка, все переключается. То есть у меня все работает. Громкость можно регулировать. Все четко. Надеюсь, таких людей будет меньше, которые не верят и сомневаются, что я делаю вещи, которые не работают. Я делаю лучшие вещи, которые работают. А на этом все. С вами был Джилах Анатолий Быков. Всем пока.